какой безразличной стране с ограниченной в одном из огромных чужих городов живет неизвестный, живет мистер Джексон. Он Джексон, и он же майор Иванов. Живет неизвестный, живет мистер Джексон. Он Джексон, и он же майор Иванов. Чтоб быть в русле жизни, он делает бизнес. Он враг коммунизма и, в общем, аскет. Как все за границей, он ходит молиться. А где-то хранится его партбилет. Как все за границей, он ходит молиться. А где-то хранится его партбилет. И не за награду, и виллу с оградой. На риск каждым утром тот мистер идет. А где-то в Ростове, а может, в Пскове, а может, на Волге семья его ждет. А где-то в Ростове, а может, в Пскове, а может, на Волге семья его ждет. И может так статься, что им не дождаться, когда он с работы вернется домой. А просто однажды придут к ним и скажут: он, долг выполняя, погиб как герой. А просто однажды придут к ним и скажут: он, долг выполняя, погиб как герой. Какой безразлично в стране заграничной, в одной из огромных чужих городов живет неизвестный, живет мистер Джексон. Он Джексон, и он же майор Иванов. Живет неизвестный, живет мистер Джексон. Он Джексон, и он же майор Иванов.